Их осталось мало. Героев тех великих свершений. Их эпоха стала историей. Эпоха, растившая новых людей, добрых и светлых. Да, в прошлом веке на планете Земля, в стране Советов, растили таких людей, удивительно внутренне чистых. И они росли, сами стремясь к лучшему. Уже в начале пути они, зачастую голодные, оборванные, неграмотные, свято верили в то, что их потомки, поколения потомков, не будут ни в чем нуждаться. Они были уверены, что мир, который они построят, будет большим, самостоятельным и сильным. Они точно знали, что этот мир им придется оберегать и защищать, и были к этому готовы. Но для начала его предстояло построить. А как? Никто в мире такого еще никогда не строил. Создатель первого социалистического государства Владимир Ленин смоделировал такой мир, а Иосиф Сталин притворил эту модель в жизнь. И у них получилось. И появилась могучая страна с лучшими в мире людьми. Экономическая модель Сталина была совершенна. Она позволила в кратчайшие сроки сделать из отсталой аграрной страны индустриальную державу. Из индустриальной державы – мирового лидера. Эта экономическая модель стала нашим великим достоянием. Ее главной составляющей были люди. Те самые, чистые и светлые, еще вчера бывшие никем, а ставшие всем. Они и создали эту модель Сталина. Модель Сталина создавалась для них. Про Горельев Вучетича долгие годы не вспоминали. Может быть, не испытывали потребности в чувстве гордости за свою страну. Но разве эта страна, советский народ и его лидер не были великими? И почему, чтобы понять это и осознать, потребовалось столько лет? И сколько еще потребуется? И в мирный час, и в боевое время моя страна шахтерам дорога. Пойдет вперед, татарское время, пойдет вперед, хранить мою врага. Пойдет вперед, татарское время, пойдет вперед. Генштаб германского вермахта планировал покончить с Советским Союзом к осени 41-го. Меньше, чем за полгода со дня вторжения. Но дело даже не в сроках. Для того, чтобы в полной мере осознать, с чем пришлось столкнуться советскому народу, какой бесчеловечной силе мы противостояли и чего нам это стоило, обратимся к нацистским источникам. Уже в 1925 году в своей программной книге «Майн кампф» Гитлер прямо писал, что в новом миропорядке России нет места. Это гигантское восточное государство неизбежно обречено на гибель, убежден фюрер. Вот еще несколько цитат. «Существует огромная опасность коммунизма для будущего. Коммунист никогда не был и никогда не станет нашим товарищем. Речь идет о борьбе на уничтожение. Если мы не будем так смотреть, то хотя мы и разобьем врага, через 30 лет снова возникнет коммунистическая опасность. Мы ведем войну не для того, чтобы законсервировать своего противника. Война будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке жестокость является благом на будущее». Из дневника Франца Гальдера, начальника генерального штаба сухопутных войск вермахта. 30 марта 1941 год. «Недочеловек остается недочеловеком, а еврей остается евреем. И не имеет значения, какие у них имена – Черчилль или Рузвельт или Жилегвардия. В любом случае, для нас они не более чем отбросы, стоящие за Сталином, недочеловеком номер один – Адольф Гитлер». Памятка немецкому солдату. Помни и выполняй. Нет нервов, сердца, жалости, ты сделан из немецкого железа. Убивай всякого русского. Не останавливайся, если перед тобой старик или женщина – девочка или мальчик. Уничтожай все живое. Мы поставим на колени весь мир. Невозможно представить, чтобы советский человек смирился с делением народов на избранные и неполноценные. Этого не допускала ни коммунистическая идеология, ни культура народов нашей страны. Некоторые нацисты верили,
Стоит лишь устранить комиссаров, и простые советские люди охотно примут новый порядок. Им будет в радость сбросить с себя большевистское ярмо. Но это оказалось мифом. Новый немецкий порядок советские люди не приняли. Наоборот, они сплотились вокруг большевистской партии, партии Сталина. Товарищ Сталин! Товарищ Сталин! Клятвенно обещаем! Клятвенно обещаем! Кто не пощадим! Кто не пощадим! Своих сил! Своих сил! Крови! Крови! И самой жизни! Самой жизни! Мир получил пример невиданной решимости и самопожертвования. Готовность советских людей сражаться за Родину ошеломила гитлеровскую Германию. Даже умирая, они свято верили. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. И это стало залогом неизбежного поражения нацистской Германии. Гитлеровской Германии уничтожение СССР было не просто выгодно. Радикально менялась вся политическая карта мира. С падением Союза Англия остается во враждебном окружении. Конечно, остаются Соединенные Штаты Америки, но против них есть как минимум Япония. Да и вообще, в Вашингтоне сидят адекватные и логически мыслящие партнеры по капиталистическому лагерю. Скорее всего, от острой схватки они попробуют уклониться. Гитлер нисколько не преувеличивал, говоря о необходимости завоевания жизненного пространства на Востоке. От решения этой задачи зависело воплощение его замыслов, долговременных и краткосрочных. Безудержная милитаризация Германии привела к чудовищным диспропорциям в экономике. Наблюдался громадный рост государственного долга. Его фюрер надеялся погасить за счет захваченных советских земель. Есть лишь два пути. Или мы взвалим все тяготы по выплате этого долга на плечи наших соотечественников, или на покрытие этих расходов пойдет та прибыль, которую мы сможем извлечь из оккупированных восточных территорий. Второй путь, несомненно, предпочтительнее. Адольф Гитлер. Согласно плану Альденбург, Советский Союз делился на 4 экономических инспектората с центрами в Ленинграде, Москве, Киеве и Баку. Формировалось 23 экономических комендатуры и 12 бюро. Европейская часть СССР разбивалась на 7 государств, зависимых от Германии. Территория Прибалтики – германский протекторат. 8 мая 1941 года приняты общие инструкции для всех комиссаров Рейха на оккупированных восточных территориях. Отдельно формировалась комиссия для организации сбора продовольствия на оккупированных землях. Задача – обеспечить к 1942 году снабжение германских вооруженных сил питанием полностью за счет ресурсов СССР. Потребности населения самого Советского Союза при этом не учитывались. Экономика Третьего Рейха – это вся веками выстроенная рыночная экономика Европы против молодой социалистической экономики Советского Союза. Противостояние бескомпромиссное. Одна экономика должна уничтожить другую. Ничья невозможна. С 1936 по 1939 год, всего за три года, объем общего промышленного производства Третьего Рейха вырос на 37%. В распоряжение Гитлера переходил потенциал все новых и новых стран. Он использует военную промышленность Чехословакии и Франции, нефть Румынии, железную руду Швеции, медь и марганец Испании и Португалии. Растут и людские ресурсы. Солдаты и добровольцы почти всех стран Европы примут участие в походе против Советов. Экономика Германии почти вдвое превосходит экономику СССР. Это вселяло в Гитлера уверенность в скорой победе. Советскую Россию нацисты объявили колоссом на глиняных ногах. Интересно, что когда Германия напала на Францию, смешанная полурыночная экономика Германии всего за 40 дней победила рыночную экономику Франции. В войне с моделью Сталина Гитлер проиграл государству, которое непосредственно участвует в экономической жизни общества. К осени 1941 года немцы оккупировали огромную территорию. До войны на ней проживало 40% советского населения, 32% всех рабочих и служащих. Эта территория давала 33% валовой продукции всей промышленности страны. Здесь находилось 31 850 крупных заводов и фабрик, не считая мелких предприятий и мастерских. Теперь здесь немецко-фашистские захватчики. Еще на 10-м съезде РКПБ в 1921 году большевики констатировали: в Европе начинается подготовка к большой войне
против страны Советов. И все последующее развитие молодой республики строилось исходя из этого. А потому сказать, что мы были не готовы, нельзя. Трудно? Да, было очень трудно. Против тебя весь остальной европейский мир. Но с другой стороны, против Антанты же выстояли. В экономической политике СССР времен войны выделяются два периода. Первый – 22 июня 1941 года, конец 1942-го. Это время перестройки экономики на военный лад. Она проводилась в сложнейших условиях поражений Красной Армии. Значительная часть промышленно развитой части Советского Союза была временно утрачена. Второй период – 1943-1945 годы. В это время стабильно растет военно-промышленное производство. Достигается экономическое превосходство над Германией и ее союзниками. Идет восстановление народного хозяйства на освобожденных территориях. Все это будет. И победа придет. А в конце 41-го требовалось выстоять. То, что невозможно эвакуировать, уничтожалось на месте. Слушай приказ. Авиамоторный взрывать немедленно. Да никакая не паника. Фронт прорвали. Что? Что? Да вы что там, сдурели, что ли? Что там у них? Да. На авиамоторные не всю взрывчатку завезли. Да это как пить дать трибунал. Тихомиров, забирай взрывчатку с маслозавода. И на моторной срочно. Есть. Кошев, Брюханов говорит, готовь завод к взрыву. Взрывчатку сейчас подвезут. Большевистский сволочь! Спасти то, что можно спасти. Бывало, что оборудование разбирали в уже заминированных цехах и под вражескими обстрелами. За второе полугодие 41 года на восток только по железным дорогам перевезено 2593 промышленных предприятия. Около 70% из них разместились на Урале, в Западной Сибири, Средней Азии и Казахстане. Остальные – в Поволжье и Восточной Сибири. Одновременно эвакуировано до 40% рабочих, инженеров и техников. Начинали работать прямо с колес. У нас задача перевести завод на новый профиль. И дать к 20 ноября фронту первую 1000 снарядов. Простите, Антон Иванович. Что, Иван Иванович? Когда пустите первую 1000? К 20 ноября. Мы еще будем делать с вами и комбайны, Иван Иванович, и сеялки. Завтра же, с утра, начинаем монтаж оборудования всех цехов и его наладку под открытым небом. Промышленность перемещена на 1000 километров, но результат поражает. Продукцию выпускают, как ни в чем не бывало. Уже в 42-м году в восточных районах производят 100% тракторов и 87% стали, добывают 97% железной руды и 82% угля. Смелые управленческие решения приняты своевременно. Экономику спасет эффективное централизованное управление. Модель Сталина действует быстро, четко, слаженно. 30 июня 41 года создан Государственный комитет обороны. Он сосредоточил всю полноту власти в стране. Задача – объединить усилия фронта и тыла для победы. Новыми органами оперативного управления стали Совет по эвакуации, Комитет продовольственного и вещевого снабжения Красной Армии, Транспортный комитет. Созданы два новых наркомата – танковой промышленности и минометного вооружения. И все это в первые же недели войны. То, что создавалось в годы индустриализации, теперь работало на победу. Начался массовый выпуск самых современных видов вооружения. Самолеты, танки, артиллерия, автоматическое, стрелковое. Их конструкции и модификации разрабатывались еще в предвоенные годы. Урал. Новый центр тяжелой промышленности. Он дает 40% военной продукции, в том числе 60% средних и 100% тяжелых танков. Каждый второй снаряд из уральской стали. Фронту нужны специальные сорта черных металлов. Коллектив Магнитогорского металлургического комбината в короткий срок освоил технологию выплавки броневой стали в больших мартеновских печах. За первые 6 месяцев войны Златоустовский завод на Урале осваивает выпуск 78 новых марок стали.
Примеров массового героизма советского человека в тылу тысячи. Работали до 20 часов в сутки, спали там же, возле станков. Новые люди новой страны, главное в модели Сталина. А ведь с начала создания этой модели не прошло и четверти века. В довоенном 1940-м в народном хозяйстве СССР было занято 31,2 миллиона рабочих и служащих. В 1942-м всего 18,4 миллиона. Несмотря на это, в 1942-м объем валовой продукции промышленности превзошел уровень 1941 года в полтора раза. Чтобы обеспечить рабочими руками военную промышленность, уже в июне 1941-го был образован комитет по распределению рабочей силы. Он привлек военную промышленность и связанные с ней отрасли рабочих из легкой и пищевой промышленности, коммунального хозяйства, управленческого аппарата. Для работы на заводах, на транспорте и стройках мобилизовано городское и сельское население. Был увеличен рабочий день, отменялись очередные дополнительные отпуска, вводились обязательные сверхурочные работы. На производстве все больше женщин и детей. Кто, если не они? Мужчины на фронте. Тяни, тяни! Поднимай выше! Вот так! Вроде плохо, папа! Подними голову, вот так, держи, держи ее, вот так, во. Мироновна, да как же так, Мироновна? Захар Чеферный, голова закружилась у нее. Ничего, бабы. Ничего, родные мои. Кончится война, вернутся ваши мужики с победой и не раз помянут вас добрым словом. Основные сельскохозяйственные районы Советского Союза заняты врагом. Еще недавно здесь выращивалось 38% всего зерна, производилось 84% сахара, находилось 60% поголовья свиней и 38% крупного рогатого скота. В стране на 60% уменьшилось количество колхозов и совхозов, тракторов, машин, лошадей. Общая численность трудоспособного населения деревни уменьшилась более чем на треть. Вопреки этому расширяются посевные площади в Сибири, Казахстане и Средней Азии. Дело, начатое до войны, продолжают ускоренными темпами. К осени 1941-го в Советском Союзе введено централизованное распределение продуктов питания – карточная система. Она позволила избежать массового голода. В 1942 году рабочим и служащим на городских окраинах стали выделять землю под коллективные огороды. Часть сельхозпродуктов горожане получали в форме натуроплаты за труд в выходные дни в пригородных колхозах. Для селян были расширены возможности продажи продуктов своего приусадебного хозяйства на колхозных рынках. Осенью 1942 года военное производство восстановило потерянные мощности и стало их наращивать. 1943 год стал годом коренного перелома в производстве военной продукции. Наивысшего уровня военного производства достигли в 1944-м. Тогда стало уже очевидным, что победа не за горами. Как нередко заявляют на Западе, это случилось благодаря Ленд-Лизу. По данной программе из США в СССР шла техника, продовольствие и боеприпасы. Однако поставки по Ленд-Лизу велись совсем не безвозмездно. Ваше решение, господин президент, предоставить Советскому Союзу беспроцентный кредит в размере 1 миллиарда долларов в обеспечение поставок военного снаряжения и сырья Советскому Союзу было принято советским правительством с сердечной признательностью, как насущная помощь Советскому Союзу в его огромной и тяжелой борьбе с общим врагом – кровавым гитлеризмом. Сталину Рузвельту. Ноябрь 1941 год. Американская помощь по Ленд-Лизу была оказана на сумму около 11 миллиардов долларов. Много это или мало? Доля поставок из США составила лишь 4% от произведенной в СССР за годы войны промышленной продукции. Ленд-Лиз сыграл свою роль, но не он решил исход Великой Отечественной. Мало кто вспоминает сегодня про добровольные фонды помощи Красной Армии. Туда стекались средства особого рода. Безвозмездный дар людей сражающейся страны. Европейцы прямо заявляют, да какая там помощь? Капля в море. У западных экономистов интересные представления о капле и о море. Наш народ не ждал, пока ему помогут. Великий патриотизм проявился в щедрости советских людей, отдававших для нужд фронта свои трудовые сбережения. За годы войны денежная масса в СССР увеличилась менее чем в 4 раза.
Для сравнения, в Германии она выросла в 6 раз. Это при том, что немцы свозили к себе богатство со всей Европы и с оккупированных советских территорий. Как бы там ни было, в стране Совета возникло несоответствие между количеством денег и потребностями товарооборота. Излишек денег. К тому же немалые суммы осели у спекулянтов. А это шло вразрез с принципом социальной справедливости. Вполне логично возникал вопрос о проведении денежной реформы. Сразу после победы в войне в Советском Союзе проведен ряд мероприятий, направленных на укрепление денежной системы и рост благосостояния населения. Покупательский спрос увеличивался. С этой целью наращивались фонды заработной платы и ежегодно снижались розничные цены. С августа 1945 года начали отменять военный налог на рабочих и служащих. Окончательно этот налог отменили в начале 1946 года. Снизили размер подписки на новый государственный заем. А вот особенно любопытный факт. Весной 1946 года сберкассы начали выплачивать рабочим и служащим компенсацию за неиспользованные во время войны отпуска. Денег на руках много. В целях эффективной борьбы с инфляцией большую часть предприятий военной промышленности переориентировали на выпуск товаров народного потребления. В 1946 году создана широкая сеть магазинов и ресторанов. Расширен ассортимент товаров, снижена их цена. Как результат, на колхозных рынках цены тоже упали на треть. При всем при том, курс на денежную реформу не поменялся. Выпуск новых денег и обмен старых купюр на новые был необходим. Заодно можно улучшить качество денежных знаков и ликвидировать деньги, которые попали за рубеж. Сталин заинтересовался возможностью денежной реформы уже в конце декабря 1942 года. Первые расчеты он потребовал представить в начале 43-го. 3 декабря 1947 года Политбюро ЦК ВКПБ приняло решение о начале денежной реформы. Сегодня москвичи вместе со всей страной узнали о новой большой победе на фронте послевоенного строительства. Передавалось постановление Совета министров Союза СССР и Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары. С чувством глубокого удовлетворения встретили советские люди это историческое постановление. Одновременно отменялась карточная система. И это спустя 1,5 года после окончания самой страшной войны в истории человечества. В гораздо менее пострадавшей от войны Великобритании карточки окончательно упразднили лишь в 1954 году. Уже спустя 1,5 года после начала реформы покупательная способность 10 рублей по продуктам питания и товарам народного потребления станет выше покупательной способности американского доллара. Более чем в 1,5 раза. Наиболее важным экономическим результатом Второй мировой войны и ее хозяйственных последствий нужно считать распад единого всеохватывающего мирового рынка. Это обстоятельство определило дальнейшее углубление общего кризиса мировой капиталистической системы. От капиталистической системы отпали Китай и другие народно-демократические страны в Европе, образовав вместе с Советским Союзом единый и мощный социалистический лагерь, противостоящий лагерю капитализма. Мы имеем теперь 2 параллельных мировых рынка. Иосиф Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. 1952 год. Победа Советского Союза в войне была гарантирована социалистическим строем. С началом гитлеровского вторжения экономику быстро перевели на военные рельсы. Все ресурсы были мобилизованы на достижение победы. Победа над фашизмом удалась ценой тяжелейших потерь. Но после войны Советский Союз стремительно восстановил народное хозяйство. Он превратился в сверхдержаву, стал центром мировой системы социализма. Она моя, в невиданной войне. Ты битву выиграла, ты победила. Какое счастье, гордость сознавать, что вдохновенный труд всей нашей жизни, все, что с любовью будем создавать, послужит процветанию отчизны. Какое счастье верить в свой народ, в цеху и в битве средь огня и стали. Какое счастье знать, что нас ведет наш современник, наш великий Сталин. Мы идем, мы поем, мы проходим по проспектам и садам. Мы идем, мы поем, и навстречу улыбаешься ты нам. Москва! Капиталистический мир не смирился с утратой гегемонии. Вторую мировую войну
продолжила война холодная.